Козлик. У этого вроде рога поинтереснее. В общем, подойти насколько получится. Ветер боковой. Довольно сильный. Но время от времени он тебя начинает беспокойно вести. В мою сторону голову скидывает. Сейчас до него метров на 90, может чуть-чуть поменьше. Сейчас козел справа прокричал. Все, кажется, я остался замеченным.
метров 50 до него самое ближнее было. Неудобно по такому лесу идти, где-то веточка хрустнула, прям я так четко его услышал. Вон он там, где-то вон там он, жопа ржела. Вправо пошел. Вот так вот тут. Вправо кого глядел. Не знаю, никого я не увидел. Минут 20 за ним я наблюдал в итоге. Вот так вот. Смородина в лесу растет. Кажется, зеленовато. Коза сейчас на краю выскочила, думал, козленочек в смородине спрятался. Может, конечно, он и спрятался. Тут он густотища какая. Но нам его не видно. Коза сидит. Кто не видел, так вот сидит коза. А то все думаете, что они только лежат и стоят. Все, насиделась, пошла дальше. Вот так вот тут бывает. Животные тоже садятся отдохнуть, когда устают.